Россия то ли готовится выводить свои войска из Херсона, то ли имитирует отступление, но так или иначе город сейчас активно разворовывается, из него вывозится все, что только можно, начиная от останков Потемкина и музейных ценностей и вплоть до детских паровозиков из парка аттракционов. А людей, которые остались в городе, Россия просто кинула их, не выплатила им зарплаты и пенсии. Сейчас, по сообщению из Херсона, с места событий, город просто брошен. Там нет никакой власти, оккупационная администрация куда-то сбежала и уже не контролирует ситуацию. В магазинах перебой с продуктами, в аптеках не хватает лекарств, а на улицах хаос и мародерство. Многие здания и магазины уже разграблены и разбиты. Вот как описывает ситуацию в Херсоне российский военкор Роман Сапаньков, подчеркивая, что это не украинский, а российский источник, который на пропаганду никак не спишешь. Наше государство перекидало людей на правом берегу Днепра с зарплатами и пенсиями. Люди по 2-3 месяца ничего не получали. Сейчас позиция Москвы. Хотите деньги? Эвакуируйтесь, пишет Сапаньков. Он же сообщает, что в Херсоне остались самые беззащитные люди. Это маломобильные граждане, пенсионеры, инвалиды, люди, которым некуда ехать. Российские власти совсем недавно еще убеждали, что всем необходимо эвакуироваться. Всех призывали выезжать из Херсона, таким образом демонстрируя такую показательную фальшивую заботу о людях. А в итоге тех людей, которые не смогли эвакуироваться сами, просто кинули, еще и ограбили. То есть тем, кому нужна была реально помощь в эвакуации, вот как раз тем российские оккупационные власти не помогли. Тот же Сапаньков сообщает, что местная администрация в Херсоне уже фактически ситуацию не контролирует. В городе хаос, перебои со светом, перебои со связью. Ну и, естественно, на фоне такого безвластия процветает мародерство, и мародеры чувствуют себя в городе полными хозяевами. Ни один заявленный телефон не работает. Люди звонят по всем вопросам, тишина. Случаи мародерства просто вопиющие. Сейчас разнесли облсовет, завтра магазины, затем дома и квартиры, пишет Сапаньков. Подтверждает информацию о хаосе и мародерстве в Херсоне и пропагандистка из Крыма Валерия Петрусевич. Вот ее видео с места событий. 6 ноября, находимся в Херсоне, приехали по необходимости еще вчера. В городе практически не работают аптеки, поэтому нет медикаментов. Не работает интернет, не работает связь, полностью не работают телеканалы, ни российские, ни украинские. Из города пропала администрация, практически нет военных. И, конечно же, в отсутствие стражи правопорядка царят мародеры. Огромное количество людей, которые круглосуточно пытаются вскрыть то, что плохо лежит. Ночью слышны шум, крики, перестрелки. Ну, в общем, как-то неспокойно. А вот уже видео из здания областной администрации. Оно брошено и разграблено. Российские военные вывезли оттуда даже оргтехнику и мебель. А то, что вывезти не смогли, просто разгромили. Администрация. Вначале отсюда выехали наши, а потом пришли мародеры. Еще позавчера здесь все было в порядке. Ни на бандеровцев, ни на украинских националистов, ни на американских наемников все это уже не спишешь. Город контролируется Россией. Именно Россия несет ответственность за все, что сейчас происходит в Херсоне, и именно Россия все это устроила. И вот это и есть русский мир. Другого русского мира не бывает. Везде, куда приходит Россия, одно и то же. Мародерство, грабежи и максимально скотское отношение к людям. Херсон был прекрасным, спокойным, мирным, благополучным городом, пока в Украине была спокойная мирная жизнь. Никто там ни на что не жаловался. Пока Россия не пришла спасать жителей от страшных притеснений. Как пришла спасать, началось вот это разграбление, хаос, тотальное мародерство. Просто уничтожили жизнь целого города и разрушили судьбы сотен тысяч людей. Я не представляю, какой нормальный человек в принципе может это поддерживать. Где бы он ни жил, хоть в России, хоть где-то еще. Ну, очевидно же, что
в те города, которые Россия называет русскими, тем людям, которых Россия называет русскими, Россия не принесла ничего, кроме горя, разрухи, нищеты, гибели, войны. Вот все только плохое, ничего хорошего нет. Поэтому, ну, тот, кто это поддерживает, ну, он просто, наверное, в принципе, ненавидит людей. Распространяйте эту информацию. Вот очень важно, чтобы весь мир, в том числе сами россияне, видели, что происходит, видели, что Россия делает с Херсоном, с жителями Юго-Востока Украины. Чтобы все знали правду. И обязательно подписывайтесь на канал, потому что здесь, на этом канале, именно и звучит эта правда о том, что Россия творит в Украине.